19 декабря около 9:30 утра на 21-м километре дороги Тула-Новомосковск водитель автомобиля ВАЗ-2115, который двигался по направлению к Туле, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Ивека, следующим по маршруту Тула-Узловая. В салоне маршрутки находились 7 пассажиров. Предварительно 5 из них получили легкие травмы. Водитель легковушки госпитализирован с многочисленными повреждениями. 19-летний молодой человек на момент публикации новости был доставлен в Киреевскую ЦРБ в состоянии комы. Сейчас медики ведут борьбу за его здоровье и жизнь. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Сергей Стариков, Телетула. Смотреть.